Всем привет! Сегодня 8 июля, Московская область. Я собираю урожай капусты брокколи. Конечно же, я ее выращивала через рассаду. А даты, когда высевала и высаживала сюда уже на постоянное место, я напишу, потому что сейчас точно не вспомню. Итак, у меня в этом году два гибрида, оба они голландских. Этот гибрид Лорд я уже знаю, высевала его неоднократно, очень мне нравится. Раннеспелый гибрид, голландский, как я уже сказала. Чем он мне нравится, что головка довольно-таки крупная, пишут на пакетике, что до 800 грамм вырастает. Ну и что мне нравится, что он дает вот такие боковые еще качанчики. То есть сейчас срежу основную головку, еще довольно-таки большой урожай я соберу с боковых вот этих побегов. И они довольно-таки крупные, до 200 грамм. Как раз сегодня и буду собирать гибрид именно Лорд. А это гибрид Фиеста, это уже среднеспелый сорт, видно, что еще не готовы. Этот гибрид не выращивала, пробую в этом году первый раз, ну и довольно-таки тоже хорошо идет. Видите, урожай будет, конечно, попозже. Тоже была практически стопроцентная всхожесть. Какой уход у меня был за капустой? Честно вам скажу, ухода не было никакого, от слова совсем никакого. После высадки всей рассады я ее проливала несколько дней, отпаивала просто водой. И все. И дальше у меня обычный полив колодезной водой. Больше ничего, никаких подкормок, никаких удобрений, ничего. Это из-за большой нехватки, конечно же, времени. Капусту ничем не обрабатывала, потому что, видите, она у меня покусанная. Вот, есть дырочки, но особо это не повлияло на урожай. Потому что, сами видите, головки довольно-таки очень крупные. И, конечно, мы взвесим и посмотрим, сколько они весят. Видите, они все практически вот одинаковые. Возможно, что нужно было чуть-чуть пораньше ее снять, там несколько дней назад. Но времени катастрофически не хватает. Ничего страшного, сегодня собираем урожай брокколи гибрид Лорд. Давайте теперь взвесим один из самых крупных. На упаковке было заявлено 800 грамм. Даже на весы эти не помещается. Так и у меня получилось 808 грамм. 807. Здесь она прыгает. В общем, 806 грамм. И взвешу средний качан. Средний примерно весит 407 граммов. Для капусты брокколи это отличный результат, при условии, что я не использовала ни одной подкормки при выращивании этой капусты. Как только я срезаю капусту, особенно если это брокколи, я не храню ее в холодильнике, сразу делаю заготовку на зиму или готовлю ее так, чтобы поесть. Заготовка на зиму самый простой способ, это заморозка. И сейчас я вам сниму кратко, как я это делаю. Сначала капусту я разбираю на соцветия. Хочу сказать, что можно вырастить капусту и без удобрения, а тем более без минеральных удобрений, но с условием того, что у вас грядка заложена хорошей землей. Я свою грядку готовила с осени, заложила туда перегной, компост. И в этом случае удобрения можно не использовать. И вы сами видите, какой прекрасный урожай можно собрать. Когда был ребенок маленький, я выращивала все виды капусты, в том числе, конечно, и брокколи. Делала пюре из брокколи, когда подкармливала ребенка, уже начинала вводить в прикорм. Это здорово, потому что свежесорванная капуста самая лучшая с грядки. Единственное, что я не сказала, что когда я высадила капусту, она у меня хорошо прижилась. И я замульчировала ее скошенной травой. Это было один раз,
Ну, во-первых, это тоже может быть своеобразная, да, подкормка для растений. Ну и плюс, чтобы не росла трава, сдерживала рост травы. Я мульчирую все. Когда я разбираю капусту на соцветие, я сильно большие черешки не оставляю, не люблю замораживать. А вот именно вот эти остатки я перекручиваю на мясорубке, добавляю туда яйцо, соль, слегка присыпаю мукой и жарю котлеты капустные. Замечательно получается. И пока вы разбираете капусту, нужно поставить воду, довести ее до кипения и потом опускаем в кастрюлю. Конечно, температура упадет. Капусту я держу не больше 1 минуты, ну 40 секунд, не больше. Делаем бланшировку. За это время, за 30-40 секунд, она цвет не меняет, остается такая же зелененькая. Главное не переварить, просто сделать бланшировку. И затем я шумовкой выкладываю на поддон. Все, и закладываю следом следующую партию капусты. Все, брокколи у меня готово, лежит, отдыхает. Я также поступаю и с цветной капустой. Во-первых, она мягчеет, ее больше помещается в пакет, соответственно, она меньше занимает места в морозильной камере. Во-вторых, уходит вот этот капустный запах, и при этом она остается ярко-ярко зеленой, красивой. Но это если ее не переварить. Сейчас дам ей полностью остыть, чтобы лишняя жидкость стекла, и я буду закладывать в пакеты. При заморозке капусты я использую плотные пакеты 3-литровые, они с застежкой. Если аккуратно ими пользоваться, то эта вещь не одноразовая. Лучше покупать пакеты, у которых есть дно. Сюда больше помещается. Все, теперь аккуратно закладываю. Сильно много наталкивать не нужно, потому что при заморозке продукт расширяется и пакет может порваться. У этих пакетов очень хлипкое место, это там, где замочек по шву. Если много положить продукта, то здесь может шов разойтись. Поэтому без усилия. Меньше объем использовать нет смысла, потому что капуста продукт крупный и в маленькие пакеты очень мало помещается. А вот 3-литровые самое то. Закрываю наполовину, оставляю небольшой кусочек, чтобы выгнать воздух. Слегка придавливаю, выгоняю воздух и закрываю. Все, капуста готова к заморозке. Все, теперь складываю в морозильную камеру. Аккуратно, друг на дружку, чтобы больше поместилось. Температура здесь у меня выставлена на минус 15. Все, заготовка готова. А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего и всем пока!